Ох, 10 марта 2021 год. Студия позитивного мышления, актерского мастерства Татьяны Салмановны Мактум Сайфуди. Ох, сейчас я вам покажу вид. Вид на улицу с моей квартиры. Сейчас я включу тут свет. Открою балкон. Ох, погодка шепчет. Снега особого нет, но погодка шепчет. Прохладненькая такая погодка. Ох, ну да. Ох, 9 часов утра, 4 минуты. Сейчас понесу мусор выносить, мусоропровод. Так что вот такие вот дела. Ох, на улице минус 18. Это, смотрите, едет помойная машина. Ох, пискаревская машина на разгрузочке там стоит. Стоит на моем балкончике. Ох, прохладненько. Ох, машина 058. Ох, себя заснимаю на моем балконе. Ох, люди такие в масках. Ну, прохладненько, ну да, прохладненько. Ох, сейчас я закрою. Ох, так, конечно. Ох, так в прорубь. Ох, такое ощущение, что выкупалась просто в проруби. Ох, что просто как в проруби выкупалась. Открою тут небольшое проветривание. Небольшое такое проветривание открою, хотя так это прохладненько. В общем, здесь я закрою. Здесь я закрою. Такие вот дела. Ох, такая красотка, такая суперзвезда. Ох, такая фея. Феерическая. Ну да. Агент. Агент 007. Ох, на моей эксклюзивной кровати. Видео. Ох, смотрите, я такой был ранний завтрак, как в Париже. Засняла такое большое видео, позитива. Такие вот дела. Татьяна Салмановна Мактум Сайфуди. Это я. Ну да, Яндекс пишет, что ощущается, ну сейчас может быть чуть меньше ощущается, как минус 25. Ну да, в летнем платье. Вот открыла в летнем платье, на балкон вышла. Ну, я в проруби никогда не купалась, я вообще закаляюсь. Но, знаете, такое ощущение, что в проруби, знаете, искупалась. Ну так, я навскидку. Очень прохладненько. Очень... Для 10 марта погода совершенно зимняя, я бы сказала так. Вот такие вот дела. А так занимаюсь сейчас уборкой, у меня здесь много уборки. А, сейчас я думаю, куда мне поставить? А, сейчас я сюда поставлю. Знаете, сейчас я часть. Сейчас мне нужно... Буду сейчас полы мыть и убираться на моей кухне. И думаю, куда мне нужно составить там все со стола, с буфета, куда-то, знаете, на, думаю, какие-то поверхности. Очень сюда сейчас в комнату поставлю. Мой золотой сервиз, вообще украшения. Потому что все это нужно мне помыть. В общем, чтобы было все чисто, и протереть, и стол протереть. Так что вот, чтобы чистота, порядок был, посуду помыть. Мусор сейчас понесу, так что вот. Пакет мусора, мусоропровод на третий этаж выкину. С мусоропроводом очень удобно. Так что вот.
Запишите мой лайв джорнал. Здесь нужно открыть, сейчас я открою, здесь открою, проветрить, чуть-чуть, проветрить, открою. Здесь тоже проветрить, открою. Видео загружается. Ну да, в общем, здесь эти сервизы, все это нужно поставить, запоставить. В общем, куда? Сейчас, наверное, сюда положить. Сейчас нужно еще убраться. Убраться, прибраться, посуду сюда. Может быть, сначала с грязной посуды начать? Потому что у меня грязная посуда, у меня куча грязной посуды. Вот. И плиту нужно мыть, очень много чего нужно мыть мне. Ох, мои тут эти фитсы как-то. Ох, красота. Просто красоте. Запись я положу туда. Ох, ох. В общем, полы мыть, здесь это мыть. В общем, это туда поставить. Ох, ну да. В общем, что? Ну, украшения я сложу в эту штучку. Украшения в эту штучку сложу. Записи сюда в буфетик положу. Записи в буфет. Записи в буфетик. Видео загружается. 13 минут еще будет загружаться. Давайте я вам с той стороны поставлю это сюда, чтобы вам видно больше было. Флешки. Там, это флешка, это флешка. Сейчас флешки все сложу сюда. Thank you.
оптимизма, да. Сила оптимизма. Видео уже продолжается. 8 минут. Пишет, что 8 минут будет загружаться. Видео будет загружаться еще 8 минут. Так что вот. 8 минут еще видео будет загружаться. Вот такие вот дела. Навожу порядок на моей кухне, на моем столе эксклюзивном, который я привезла из Америки. Я была замужем за доктором Перри Максвеллом Дански с 2003 по 2008 год. Я сполосну эти тарелочки, надо сполоснуть, это тоже все сполоснуть, надо будет сполоснуть водичкой и стол тоже убрать. В общем, навожу порядок в моей квартире, собственник квартиры,
Комендантский 32192, литера А, Санкт-Петербург, Россия. Такие вот дела. Видео загружается. Сейчас протру стол. Сейчас уксусом протру стол. Татьяна Салмановна Мактум, Сайфуд Энтомолайв Джорнал. Уксусом протру стол. Ох, это красота. На тарелочку. Ну, тут украшки, как говорится. Сейчас немножко больше уксуса. Так что вот. В общем, занимаюсь уборкой в моей квартире.
Сейчас я закрою проветривание. Проветривание уже закрываю. Ну, сейчас я там выключу свет. Выключу свет там. Такие вот дела. Татьяна Салмановна Макту, Сай Фудин, это мой лайф джорнал. Занимаюсь уборкой в моей квартире. Сейчас принесу мусор, мусоропровод. Вот такие вот дела. Ох, видео уже загрузилось. Сейчас его отбрендирую. Сейчас я вам покажу. Сейчас я отбрендирую видео. В общем, брендирую мое видео. А 9:28. 10 марта 2021 года. Видео сейчас обрабатывается, Сейчас я выключу большой верхний свет.
95%. Видимо, обработано на 95%. Ох, ну да, ну такие хозяйственные вопросы, студия позитивного мышления, актерского мастерства, Татьяна Салмановна Мактум, Сайфудин, 48 лет, рост 1,75 м, брендирую себя, Россия, Санкт-Петербург, Комендантский 32192, литера А. А, еще и в почтовый ящик, наверное, спущусь, за почтой, так что вот, посмотреть, почту. Так что вот.